Давай, Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываем очередной видосик. Видосик мы этот записываем на стриме, у нас на карте 9 золотых ящиков, да? Насрали где-то, не знаю, может, 1000-3 мин, не больше. Делаем такой вот лайка голд, можно его так назвать, но это у нас название на стриме именно, потому что золотые ящики кидали от количества лайкосов, которые собрали на нашем стриме. Если вы не смотрите стримы, то обязательно приходите на них. Сейчас мы будем уже сливать ссылочку, посмотрим, насколько жесткого эпика у нас получится на данном спаси голде. Такие вот именно, ребят, спаси голды мне очень нравится проводить. Ну а где у нас, ребята, по одному, два золотых ящика, это смотреть, по моему мнению, очень-таки даже скучно и бессмысленно. Поэтому, ребята, я сейчас буду сливать ссылочку. Ссылочка у меня где-то была. Да, сейчас. Привет. А, да, у нас сегодня, ребят, в конфе Тёмик. Он уже как бы поздоровался, но может поздороваться еще раз. Да, всем привет. Так, давайте, ребят, сливаем ссылочку. Раз, два, три. Сейчас, три, два, один. И, а почему у меня ссылочка не скопирована? Это какая-то дезинформация. Так, где моя ссылка? Вот, ребят, ссылочка. Все, ссылочку слили. Залетает сейчас народ. И будем смотреть, насколько экшена у нас здесь получится. Много или нет, насколько быстро у нас ребята заберут голды. Ребята уже залетают, четко, круто. Мин немного, крит ошибок не будет, а то сегодня я первую часть хотел запилить. Ух ты, как быстро почти парень забрал голдец. Очень быстро у него получилось это сделать. Так, мы, ребят, будем их сливать. Попробуем как можно дольше времени на все это затянуть, но он меня тоже решил фокусить. Ну зачем так делать? Так не надо делать. О, а ясно, понятно. Это неадекват. Это неадекват. Сливай арту. Сливай арту. Он хочет меня слить. Первый голдец у нас уже Дак забирает. Вот. Ты смотри, чтобы на минки-то не наехал. Да, я вижу, вижу. Он там по красоте так минирует. Нагибатор года прям. О, второй. Зайдем. Второй уже, ребята, у нас голдецкий забирает на карте. Неплохо, неплохо. Так, ух ты, как он меня обманул. Как я плохо мины поставил. Ой, ужас. Я на одну. А еще один. Как быстро, ребята, голды забирают. Там чуть-чуть мин у нас есть. А, так тут СП есть, поэтому этот. Там у нас СП. Голдецкий. Сколько у тебя голдов, все? Еще мне осталось все на твоей зоне. Все забрали? Центр только вот эти вообще. Давай, 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 давай. Еще 4 у нас голда, ребят, на карте имеется. Очень быстро золотые ящики у нас ушли. 9 голдов у нас было на карте, осталось только 4. Надеюсь, что больше никто... Ничего... Ох, с респа опять за голдецкий забирает. Ну, блин, ну как так респует-то, везет этим ребятам с респами. Мин не так много, поэтому в этом плане забрать данные голды не так сложно. Если бы карта у нас была какая-нибудь Эдинбург, то эти золотые ящички забрать было бы намного тяжелее. Даже при одной зоне мы могли бы там скинуть большое количество голдов. Правильно, Тём? Да. Но это было посмотреть, я думаю, не очень интересно, там где один голдецкий, а когда вот такой экшен, столько народу летит за голдами, я думаю, так посмотреть намного интереснее. Но это уже какая-то жесткая куча начинается на голд у нас. Блин, 50 килов мне там, нифига себе, УП-шку поднимаю, как на изи. Катки. А, это ты там, Тёмыч, стоишь? Еще один голдец у нас забирает. 3 голда. О, голд сбросил. А, он сбросил, наоборот. Плюс один золотой ящик. А, запасай там. Делают. Смотри за мини, если можешь. А где у нас? А, ха-ха-ха-ха, вижу, вижу, вижу. Я не успею там мин уже набросать, там уже пацаны свои мины бросают. Не сдохни. Давай, Тём, фокуси, фокуси, если можешь. Вот этот нубик, нубик, нубика. Давай, 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 фокус, фокус, фокус. Ай, затолкали Дага на гол. Даг забирает его. Блин, надо тут чуть-чуть, ребят, подминить, то иначе тут очень быстро сейчас у нас все заберут. Чуть-чуть подминим эту зону. Парни у нас на карту зашли адекватные, никто не стреляет. Все-таки мин у нас не так много, я сказал, чтобы все были более адекватными в этом плане. И пока все происходит довольно-таки четко. Это бум. Давайте тут чуть-чуть голдов голдов мин чуть-чуть закидаем. Тупо фантом почти подвёз. Ой, почти забрал, почти забрал. Вот это, кстати, дико артовод, очень неадекватный игрок. Вика. Очень. Ой, Вика, Вика артовод вообще неадекватный. Он очень некрасиво поступает. Ой, 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 ой. Как близко парни были к голду, надо тут чуть-чуть подминить. Я понимаю, что подминирование это некрасиво, но так как количество золотых ящиков... О, блин, каких...
Ой, забрал он сунгов. Количество мин у нас на карте не было таким большим. Чуть-чуть я подминиваю, чтобы все у нас не так быстро заканчивалось. Не такие легкие у нас билды получались. Так, я думаю, надо где-то тут встать, не? А, кстати, а почему респит только... А, у тебя там респит вообще? Да. Вот видишь, сколько чуть-чуть этого чувака стоит. Давайте чуть-чуть еще накинем. Что там у тебя такое? Чуть-чуть мин закинем. Я бы сказал минус голды. Серьезно? Да, я не знаю. И а вот так вот быстро у нас ребята забирают данные что золотые так? ящики. Всего за 5 минут у нас забрали... Сколько у нас забрали? 9 золотых ящиков, ребят, за 5 минут у нас забрали. Вот такие вот у нас печальные, можно так сказать, минеры оказались. Я с Тёмиком плохо заминировали. Непрофессиональные, спаси голдоловы. Ну вот какое-то такое у нас, ребят, видео получилось. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на группу ВК, ссылочка на нее будет в описании. Ну а на этом, ребят, все. Спасибо, ребят, всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.